Приветствую, друзья! Как меня видно, слышно? Дайте обратную связь. Отлично. Итак, контрольный сейчас вопрос. Запись у нас включена. Лилия, ответь. Сегодня ответственная за запись семинара. Танцкова Лилия. Все, запись включена. Спасибо большое за терпение, за то, что подождали эти 5 минут. Сегодня произошла замена, и данный тренинг провожу для вас сегодня я. Поэтому с пылу с жару презентацию, данные слайды сейчас вам продемонстрирую. То есть эти слайды еще не видел никто. Вы будете первые. И, возможно, вы будете, для вас будет эта информация впервые вами услышана, о 8 видах дохода в компании Ariplayme. Нет, Галина, подстраховывать не надо, все отлично. Итак, друзья, о скольких видах дохода знаете вы, и какие виды и сколько видов дохода используете вы в нашем бизнесе? Такой вот вопрос сразу, с самого начала семинара. Ну, наверное, 2 вида, 3 максимум в основном у всех. Давайте сразу рассмотрим наши виды дохода. И по окончании семинара вы уже сможете с уверенностью ответить, сколько видов дохода получаете, используете вы от компании Ariplayme. Итак, поехали. Первый вид дохода, самый простой, это экономия. Ведь, как известно, сэкономленные деньги – это тоже заработанные деньги. Допустим, потратив, вы в компании берете продукцию по каталогу стоимостью 1000 рублей, для вас же эта продукция будет стоить 800 рублей. То есть в нашем случае экономия составляет 20%. Это та разница между стоимостью продукции в каталоге и стоимостью продукции для зарегистрированных консультантов, для партнеров компании Ariplayme. Согласитесь, эти 20% вы уже можете потратить на свои какие-либо нужды, и мы можем с уверенностью сказать, что это тоже доход. Итак, с этим все понятно, это самый простой вид дохода, поэтому вопросов здесь не возникнет у вас. Какие вопросы у кого возникают, сразу пишите их в чате, быстренько их все разберем. И на примере можем показать, разобрать. Следующий вид дохода у нас немедленная прибыль. Кто у нас пользуется данным видом дохода? Данным видом дохода у нас пользуются наши консультанты, партнеры, которые показывают каталог, будь то своим родственникам, знакомым, будь то на улице где-то. Короче, всем показывает каталог, и у него покупают, заказывают продукцию компании Ariplayme. По данному виду дохода мы можем получить суммарно до 50% немедленной прибыли с цены, указанной в каталоге на конкретную продукцию. Как это работает? Вам заказывают продукцию из каталога по потребительской цене. У нас она сокращенно называется ПЦ. Везде в прайс-листах и так в дальнейшем для удобства сокращаем. Но вы приобретаете данную продукцию в компании по дистрибьюторской цене ДЦ. Здесь же еще нам плюсуются выгоды от участия в премьер-клубе, от получения и использования скидок 50% и дополнительных премий за участие в премьер-клубе. Итого, наша суммарная прибыль с немедленной прибыли мы можем получить до 50% от стоимости продукции. Тоже ничего сложного,
Все понятно, все, большинство данным видом прибыли из вас, из нас пользуются. Поэтому поехали дальше. Интересно все будет дальше. Итак, и у нас есть еще один вид дохода. Возврат от 3% до 22% с личных объемов покупок. Все вы знаете лестницу успеха компании Oriflame, знаете, какие уровни бывают у нас, уровни консультантов, менеджеров, старших менеджеров. И я хотел бы рассказать о бонусных баллах. Бонусные баллы – это внутренняя валюта компании Oriflame. Ведь в России валюта рубли, на Украине валюта гривны, где-нибудь в Европе евро, в Америке доллары, в Казахстане тенге и так далее. То есть, имея международный бизнес, как мы и делаем, как строим свои структуры, у нас у многих имеются международные ветки, которые также приносят нам доход, компания не может же вам выплачивать с той международной ветки зарплату в тенге, хотя вы используете, рассчитываетесь в рублях. Поэтому есть такая внутренняя валюта, бонусные баллы. В пересчете на рубли примерно сейчас стоимость одного бонусного балла составляет 35 рублей. Бонусные баллы нам необходимы для удобства подсчета наших премий, наших зарплат. Итак, какие суммы, какие доходы у нас будут в зависимости от наших личных объемов покупок. Итак, как вы видите у нас на графике, на картинке, в зависимости от объема покупок изменяется и возвращаемый вам процент. Если от 150 баллов вам возвращается 3%, то уже от объема покупки в 7500 баллов вам возвращается 22%. Итак, давайте разберем. При личном товарообороте в 150 баллов, то есть вы совершили покупку в компании Oriflame на 150 баллов. В рублевом эквиваленте это примерно 5250 рублей. То компания выплатит вам в качестве премии, помимо скидки 20%, немедленной прибыли, третий вид дохода для вас будет премия 3% с вашего товарооборота, с вашего объема покупки. В данном случае это 157 рублей. Рассмотрим другой вариант. Покупка на сумму 450 баллов, то есть 15750 рублей. С этой суммы вам уже вернется 6%, так как вы вышли на уровень консультант 6%. И доход на данном уровне, ваш дополнительный доход будет 945 рублей. На уровне 900 баллов, то есть личный объем покупок 31500 рублей, ваш доход составит 2835 рублей, 9%. Ну и давайте разберем пример с личного объема покупок на сумму 7500 баллов. В рублях это 262 500 рублей. В данном случае 22% от личного объема покупок вам возвращает компания Oriflame, а это 57 750 рублей. Но согласитесь, такие объемы покупок у нас, если и делают кто-нибудь, но это единичные случаи, это или монстры покупок, монстры продаж, рекомендаций. Обычных в повседневной жизни таких людей, в повседневной жизни мы таких людей можем и не встретить даже. Да, такого не слышал. Что могу сказать, что слышали и видели в нашей структуре, как люди совершают заказы, личные заказы на
2-3 тысячи баллов. У нас такие люди есть, раз от раза делают такие огромные заказы. Итак, рассмотрим следующий вид дохода. Возврат от 3% до 22% от групповых объемов покупок. Как раз, когда наш консультант, вы не только себе совершаете покупку, но и строите структуру, и с данной структуры тоже получаете доход. Давайте рассмотрим. Вот имеем вас и 6 наших партнеров, ваших партнеров. Каждый из партнеров вышел на определенный уровень, совершил объем покупок лично или с группой. Нам сейчас это не столь важно. Первый у нас партнер совершил 300 баллов покупку и вышел на уровень 3%. Второй на 700 баллов и вышел на 6%. Третий совершил покупку на 7000 баллов и вышел на 18%. В данном случае, скорее всего, у нас активный человек и строит свою структуру. Четвертый – 4000 баллов, вышел на уровень 15%. Пятый у нас совершил 20 баллов заказ и не вышел ни на какой процент. Ну и шестой, соответственно, у нас… И, соответственно, шестой человек у нас не выполнил, не совершил никаких заказов. Сейчас все, телефон выключил, чтобы он нам не мешал. Как раз данная картина нам показывает реальность, когда какие-то люди берут для себя продукцию раз от раза, кто-то неактивный приходит в проект и понимает, что не для него данный проект, а кто-то понял все выгоды и начинает строить свою структуру. Итак, сколько же вы получите денег в данном случае? Напомню, что вы суммарно набираете 12 220 баллов, это групповой объем покупок вашей структуры. Также делаете 200 баллов лично и выходите, соответственно, на уровень 22%. Итак, давайте рассмотрим, какую сумму получите в данном случае вы. Итак, нам необходимо 22%, уровень, который мы вышли, от уровня 22% вычесть все уровни процентные наших партнеров. Таким образом, получаем вот такую картину, что с данного партнера, с товарооборота данного партнера мы получаем 19%, с товарооборота следующего партнера мы получили 16% и так далее. 4%, самый маленький процент, мы получаем с товарооборота партнера, который у нас вышел на уровень 18%. Единственное, что могу сказать, и самое главное, вам не стоит ударяться в арифметику, в умножение, брать с собой калькулятор и сразу садиться все просчитывать. За это вас сделает все компьютер. То есть компьютер компании Reflame, который будет вам рассчитывать ваш групповой объем покупок, вашу зарплату, он же рассчитает вам все ваши начисления с конкретных партнеров. Более понятно, для того, чтобы вам это стало, можете, конечно, все это сесть, просчитать. Еще более понятно вам станет, когда вы начнете получать уже доход и разбираться, с какого человека и сколько вы получили процентов или рублей, тысячи рублей и так далее. Итак, просуммируем проценты от конкретных партнеров, мы получаем наш собственный доход. И скажите, пожалуйста,
какой доход по вашему будет больше? Сейчас, секунду. Какой доход по вашему будет больше? Доход 4% от партнера, вышедшего на уровень 18%, или доход 19% от партнера, вышедшего на уровень 3%. Какой доход будет больше? 4 или 19? Ответьте, пожалуйста, в чате. Как вы считаете? Так, единогласно все думают 4%. Давайте посмотрим на примере. Сколько у нас дает... Да, забыл сказать, что средний доход на уровне директора, на уровне 22% старший менеджер, в зависимости от построения структуры, будет от 25 тысяч до 50-60 тысяч рублей. Итак, давайте разберемся, сколько процентов в деньгах у нас мы получим от партнера, вышедшего на 3% и совершившего групповой объем покупок на 300 баллов. 19% от 300 баллов, а 300 баллов мы не забываем умножать на 35 рублей стоимость, примерную стоимость каждого балла, получаем 1995 рублей. Грубо говоря, 2000 рублей мы с партнера, который вышел у нас на 3%, получим. Давайте рассмотрим, сколько мы получим денег с партнера, вышедшего на уровень 18%. Хоть и процент в нашем случае ниже 4%, но зато больше сам товарооборот нашего партнера. И конечная сумма 9800 рублей. Будет наш доход с партнера, вышедшего на уровень 18%. Молодцы, правильно ориентируетесь, правильно все ответили. Очень радует. Итак, рассмотрим еще один момент. Это уже будет плавно переходящий в пятый вид дохода. Рассмотрим такую ситуацию, когда у вас в вашей команде один из партнеров выходит на уровень 22%, то есть со своей структурой набирает товарооборот от 7500 бонусных баллов. Что же мы по нашей формуле, которую только что применяли, что мы получим? Ведь 22% минус 22% выходит 0. Тогда же в чем же наша выгода, в чем же наш интерес вырастать нашим партнерам до уровня директор как минимум. Давайте рассмотрим выгоды в данном случае. И тут компания вводит еще один вид дохода, возврат 5% со всего объема товарооборота лидеров первого уровня, сделавших товарооборот 7500 баллов и больше, и вышедших на уровень 22%. Итак, по картинке мы видим ту же самую ситуацию, только один партнер у нас вышел на уровень 7500 баллов. Данную формулу, которую мы использовали раньше, 22 минус уровень партнера, здесь уже не работает, поэтому здесь есть фиксированный процент за партнера в первом уровне, вышедшего на уровень 22%, мы получаем фиксированно 5% от его товарооборота. Давайте посмотрим, сколько это в деньгах. 5% от 7500 баллов, также умноженных на 35, примерная стоимость одного бонусного балла, получаем 13125 рублей. То есть мы помогли нашему партнеру выйти на уровень директора, и теперь всегда будем с него получать как минимум 13125 рублей. То есть, если он совершит товарооборот уже в следующем каталоге 8000, 9, 10, то, соответственно, и наш 5% бонус будет еще больше.
В этом как раз и состоит выгода, наша выгода, как вышестоящих менеджеров, спонсоров, ваших лидеров, наставников, вырастить вас лидера, помочь достичь уровня директор и выше. Тем самым вы получаете хорошую зарплату, и мы с вас также получаем определенный вот такой вот хороший, шикарный процент. Кто знал о таком виде дохода, ставьте плюсики. Для кого это было новой информацией, ставьте минусы. Угу. Не все еще, значит, знали о таком виде дохода. Хорошо, значит, да, Ирина, повторяюсь, если у вас группа вышла на 22%, то есть набрала 7500 бонусных баллов, то вы с нее получаете 5%. Если у вашего партнера группа набрала 7499 бонусных баллов, то он, соответственно, на уровень 22% не выходит, у него уровень 18%. То в данном случае у нас работает формула 22 минус 18. И вы получите 3% с товарооборота его структуры. Соответственно, сейчас нарисую. 3% с 7499 рублей будет намного меньше, чем 5% от 7500. Видите разницу? Понятно. Итак, двигаемся дальше. И тут я хочу привести вам два различия в доходах. Линейный и резидуальный. Как раз резидуальным видом дохода и является помощь нашему партнеру выйти на уровень директора, на уровень 22%. Линейный доход – это доход, это когда один раз за выполненную, за один раз выполненную работу доход выплачивается один раз. То есть сделали вы какую-то работу, получили единожды зарплату. То есть, как в обычной жизни. Резидуальный доход как раз в нашем случае подходит как никогда в случае с новым директором в вашей команде. Резидуальный доход, когда за один раз выполненную работу доход выплачивается многократно. То есть вы один раз помогли вашему партнеру выйти на уровень директора, он на этом уровне держится, развивается дальше уже сам, а вы будете получать доход с него теперь постоянно. Так, двигаемся дальше. Шестой вид дохода – возврат от 5% до 0,625% с товарооборота лидеров, сделавших 22% в зависимости от глубины. Почему написал от 5 до вот этих вот 10-тысячных, а не наоборот, от 10-тысячных до 5? Ведь всегда мы идем от меньшего к большему. Но здесь наоборот. Почему наоборот? Как мы разобрали уже, 5% мы получаем с лидера, находящегося у нас в первом уровне. Со второго уровня, с лидера второго уровня, мы получаем уже 2% с их товарооборота. 0,25, так, перешагнул, 0,5% мы получаем с лидеров третьего уровня. 0,25%, то есть 0,25, мы получаем с лидеров четвертого уровня. И 0,125 с лидеров пятого уровня. И 625% с товарооборота лидеров шестого уровня.
Вы можете сказать, что это за суммы такие, 625 1% с товарооборота лидеров шестого уровня. Для вас может показаться это мизерной суммой, но чем глубже ваша структура, тем больше в глубине у вас будет лидеров. Если взять, к примеру, недавно открывших звание старших бриллиантовых директоров Ивана и Алены Родионовых, то у них в команде уже в глубине сотни директорских структур. То и процент, получается, суммарный с этих нижестоящих по уровню директорских структур, суммарно будет значительно больше, чем вы себе представляете. Итак, как это выглядит у нас на схеме? Что такое первый, второй, третий уровни? Такое ощущение, как будто линии кривые. Ладно. Итак, первый уровень – это те люди, которых пригласили вы. Второй уровень, соответственно, нижестоящие, третий – еще нижестоящие. Каждый человек в первом и дальнейших уровнях развивается, так же, как и вы, строит свою структуру и развивает свою глубину. Соответственно, количество директоров будет увеличиваться уже по арифметической или геометрической прогрессии в зависимости от глубины структуры. Таким образом, помогая вашим партнерам выйти на уровень директора, вы увеличиваете свой чек, свою зарплату. Поэтому мы на всех презентациях, на всех семинарах повторяем, что у нас такой вот идет взаимосвязанный бизнес, когда, помогая вырасти вам, мы помогаем вырасти и себе тоже. То есть наша зарплата увеличивается только после увеличения вашей зарплаты. Какие вопросы по данному виду дохода у вас возникли сейчас? Я могу с уверенностью сказать, что очень много вопросов у вас будет с первым золотым бонусом, то есть бонусом 2% с ваших лидеров второго уровня, вот с этого бонуса. Бонус 5%, все очень легко, сложности никакой не составит посчитать, даже сами на калькуляторе сможете посчитать. А вот уже все самое интересное начинается дальше, с бонуса 2%. Всем желаю скорее выйти на данный уровень, начать получать данные проценты, и вы сразу все поймете, какие это суммы. Итак, поехали дальше. Это еще не все. У нас компания активным партнерам предоставляет бонусы за активность. Будь то поездки на банкет директоров, поездки за границу, автопрограмма или же денежные премии. Итак, разберем конкретно все варианты. Начиная уже с уровня менеджера 9%, то есть первой менеджерской ступеньки, вы участвуете в программе «Turbo Рост» от компании Oriflame. Участвуя в данной программе и поднимаясь по лестнице успеха, по ступенькам, по менеджерским уровням, вы получаете премии в зависимости от уровня, от 1500 рублей до 12000 рублей. Итого суммарно на пути к уровню старшему менеджеру 22%, то есть директору, вы суммарно получите по данной программе 31500 рублей дополнительно к всем предыдущим видам дохода. Очень приятная прибавка. В предыдущем каталоге у нас два человека вышли на уровень 9%, подтвердили данный уровень и получили
премию 1500 рублей. Сегодня вечером мы их будем поздравлять. Явка всех обязательно на поздравительный банкет нашей команды в 7 часов вечера по Москве в 19:00. Итак, двигаемся дальше. Могу сказать, что по итогам текущего каталога, уже в следующем каталоге, поздравлений за премию по программе «Турборост» у нас будет значительно больше. Двигаемся дальше. И нашим активным партнерам, которые выходят на уровень менеджера 15%, то есть 3000 баллов товарооборот с командой, компания Reflame уже с текущего, с 2015 года, придумала и уже ввела в традицию конференции менеджеров. В этом году конференция у нас проходила для менеджеров в Египте. От нашей команды 3 человека летали на данную конференцию. Анна Мутасова, Мария Скляренко и Лилия Донскова как лидер, как директор, немного по другой программе, другие условия у нее были. И сейчас у нас проходит другая квалификация на конференцию, на менеджерскую конференцию в 2016 году в Анталии. Также для менеджеров с уровня 15%. Итак, какие у нас есть еще бонусы за активность? Конечно же, это премии при выходе на уровень директора. Мелко видно, но сейчас не то рисую. При выходе на первый уровень директора вы получаете премию $1000 по курсу на день получения премии. Получаете пригласительные на 2 лица на банкет директоров. В этом году банкет директоров проходил у нас в Гостином дворе в Москве, практически в квартале от Красной площади. На банкете директоров в этом году, например, было 4000 человек. Всех поздравляют не только с уровнем директора, но и выше стоящих лидеров, которые также достигли определенных высот. Вас вызывают на сцену, руководство компании поздравляет вас, вручает чек, цветы, фотографируют, вас засыпают конфетти. И все это делается на виду у самых-самых таких активных лидеров компании Reflame, России, стран СНГ. Поэтому всем желаю пережить эти эмоции, участвовать в банкете директоров, квалифицироваться на него. Это непередаваемые ощущения, эмоции, которые вы в дальнейшем передадите своей структуре. Итак, с уровня менеджера, с уровня директора, помимо всех премий и бонусов, вы также получаете возможность, даже не получаете возможность, а участвуете в автопрограмме. И это 8-й вид дохода нашего семинара, участие в автопрограмме. Начиная с уровня директора, вы можете получить вот такую вот новенькую Шкоду Рапид. Изначально вы получаете 70 тысяч рублей в качестве первоначального взноса на данный автомобиль. И в дальнейшем, в зависимости от выполнения условий по данной программе, будете получать от 3 тысяч до 9 тысяч рублей ежекаталожно на погашение автокредита по данной программе. В итоге выйдет, если вы активно будете работать и получать 9000-ные премии, то данный автомобиль выйдет вам совершенно бесплатно. То есть компания за вас платит автокредит.
Мы являемся участниками данной автопрограммы, только вместо автомобиля мы взяли сумму деньгами и распоряжаемся ею уже на свое усмотрение. И это только первая ступенька нашей автопрограммы. Самая, можно сказать, простенькая, такая самая бюджетная Skoda Rapid. Итак, двигаемся дальше. Что же нам компания приготовила еще из автомобилей? В бриллиантовой структуре, выйдя на уровень бриллианта, компания дарит уже автомобили Volvo S60 и Volvo S80. Шведская компания дарит шведские автомобили. Здесь уже идет программа не автокредита, а компания в прямом смысле слова дарит вам эти автомобили. Опять же, к примеру, возьмем сейчас недавно открывших уровень старший бриллиантовый директор Алену и Ивана Родионовых. Компания подарила им такую вот шикарную белую Volvo. Компания дарит только белые Volvo, чтобы на ней лучше, выгоднее смотрелись надписи Oriflame, брендированные надписи. А на уровне... Не поставил слайд. Сейчас вернусь обратно. Торопился, извиняюсь. А на уровне президента, будучи в президентской команде, для вас компания приготовила еще более шикарные подарки в виде автомобилей марки Mercedes. Сейчас, секунду. Это Mercedes E-класса, Mercedes ML-класса и Mercedes S-класса. Самый дорогой, самый такой представительского класса автомобиль S-класса. На банкетах директоров всегда данные автомобили выставлены, чтобы все лидеры видели, к чему им стремиться, к каким подаркам им необходимо стремиться, дабы смотивировать себя и своих партнеров на рост. Могу сказать еще, что будучи в президентской команде, все лидеры имеют возможность совершенно бесплатно передвигаться по всему миру на корпоративном самолете компании Oriflame. То есть вы, будучи президентом, неважно на каком уровне, будучи в президентской команде, вы оставляете заранее заявку в компании Oriflame, куда и когда вы хотите полететь. И компания Oriflame в это время, в этот указанный вами день, предоставляет вам самолет, который повезет только вас, вашу семью или вас в любую точку земного шара. Кто об этом знал, ставьте плюсики. Кто не знал, ставьте восклицательные знаки. Какие шикарные возможности, шикарные премии, бонусы, подарки компания предлагает своим лидерам. Где вы еще можете услышать, увидеть, что компания бесплатно будет предоставлять вам перелеты в любую точку земного шара на ваше усмотрение? Круто, да? Итак, наш семинар подходит к концу. Сегодня вы узнали много нового. Для большинства из вас информация о 8 видах дохода была еще неизвестна. И как мы ее будем применять, как вы ее будете применять, все зависит только от вас. До этого семинара многие из вас не знали эту информацию. И многие из нашего окружения также не знают эту информацию. Кто из ваших знакомых, кто из ваших друзей, из вашего близкого окружения знает о всех этих возможностях?
компания Replay. Следующий вопрос. Кто им об этом расскажет? Вы или кто-то другой? К кому эти люди потом присоединятся в структуру? С кем будут эти люди строить проект, свой бизнес? Конечно же, с тем человеком, который первый расскажет им об этом бизнесе, о всех возможностях, о всех видах доходов компании Replay. Не только о том, что можно получить 20%, бегая с каталогом Replay. В основном у людей только эта информация, которая уже становится стереотипом, только эту информацию люди знают о компании Replay. Рассказывайте всем, как в интернете, так и своим близким, своим родственникам, друзьям. И из вашего окружения это будут самые активные, ваши самые надежные партнеры. Андрей, отличный выбор, сразу же понял, к чему нужно стремиться. Плюс там еще на данном уровне у тебя будут бесплатные перелеты по всему миру. Круто. Итак, друзья, какие действия вы сейчас будете делать? Юля, давай ты тоже выйдешь на уровень президента, получишь свой Мерседес и будешь летать вместе с Андреем, с Ириной или отдельно, устраивать свои семейные отпуска совместные, уже не беспокоясь о доходе, о возвращению с вашего отпуска. Ведь, как я уже сказал, доход у нас идет многократно за единожды выполненную работу. Итак, друзья, начинаем действовать, начинаем всем рассказывать о данных видах дохода, о возможностях компании Replay. Желаю всем удачи, желаю всем вырасти. А если вырастите вы, то значит и вырасту и я, и наш лидер Лилия Донскова. Желаю всем роста. И, к примеру, могу сказать, вот наша команда в 15-м каталоге создала товарооборот в 27 с лишним тысяч бонусных баллов. То есть в рублевом эквиваленте 710 тысяч рублей. Не каждый магазин, если не рассматривать крупные сетевые магазины, не каждый магазин может похвастаться такими цифрами. А теперь представьте, можете посчитать, какие проценты, какой примерный доход получает наш вышестоящий директор, золотой директор Валентин Туровский. Какой доход получает его вышестоящий сапфировый директор Георгий Петрович Внучков, который у нас находится в Москве. Вот тут как раз и самое интересное. Получение дохода от работы ваших партнеров. Вы можете уже к ним не иметь никакого отношения, не работать с их структурой. Они развиваются полностью самостоятельно. Вы всегда рядом, всегда можете помочь. И просто наблюдаете за их работой. И просто получаете с этого доход. Спасибо большое за внимание. Я рад был вас ознакомить с данными видами дохода. Желаю всем пользоваться по максимуму всеми видами дохода. Давайте работать, чтобы уже в дальнейшем быстрее получить наши Мерседесы, наши бесплатные путевки в любую точку Земли. Еще раз спасибо, всем удачи. Пока!